Всем привет, Ченгул, и я нахожусь в игре Evil Nun Rush. Сейчас я буду делать секретную концовку этой игры. Это, если что, взломанная игра. Уровень 12. Я сделал то, что чтобы меня монахиня убивала молотком. Так, ладно, вход на этаж 1 до 6. Побежали. Думаю, она не должна меня так убить. Вот, блин. Бежим. О, это надо взять. Ну, вроде здесь все собрал. Готово. Теперь второй этаж. Меня не должна монахиня прикончить. Чё? Нет! Это что такое? Это что сейчас было? Настоящий паркур? Или нет? Не, пацаны, вы это видели? Я убежал как-то от монахини. Давай, ломайся. Забираю это все, что мне нужно. Вот, блин. Валим на хелике. А, я, кажется, мимо прошел. Yes, выбрались. Еще пару уровней, и это... И тут у нас будут это, куры-мутанты. Это Мистер Си и Рустл. О. Сломал. О. Вот это! Волим. Мне не должна эта монахиня прикончить. Вот, блин. Валим. У Росла вообще это сломанная шея. Не знаю почему. Так, ну мы выбрались. У монахини не было шанса меня это поймать. Бежим. Давай, давай. Вот, блин. Валим, пацаны. А то я думал, то, что меня сейчас монашка поймает меня. И на нафиг, кувалдой меня. О. Повезло, повезло. Бежим. Yes, мы выбрались. Ох, чё будет у меня, пипец.
Это бздец будет мне. Я боюсь к этим курам подходить. Ой-ой. Блин, я поймался. Я поставлю на паузу. Так, ну все, я еще раз там вернулся. Если что, мне пришлось там использовать читы и зайти в игру опять. Где эти куры-мутанты? Оп, молодец, увидел меня. Ой-ой-ой. А, попался. А где мистер Си? Эй! Да блин. Да ну тебе. Ой-ой, кажется, он меня потихоньку догоняет. Да ты издеваешься. Блин, если он меня поймает, то мне кобздец. Да, попался, наконец-то. Беру эту граль. Теперь мы будем сейчас читать. Что за секретная концовка тут? Многое происхождение с тех пор, как я в последний раз был. За пять лет несчастья дитя успело повзрослеть. Все монахи не исчезли. А я вот... Я мог бы покинуть эту проклятую школу уже давно. Но пока я остаюсь сперва, нужно все исправить, что я натворил. Каким же я был глупцом? Ведь я помог сестре Мэдлин завершить проклятый ритуал. Кто мне теперь поможет? Таинственный звук. Я дам знание. О, где я? Это ты говорил, что ж, ты что, волшебный? Наполни меня, я помогу. Ой, я здесь что-то вижу. Вот здесь школа, наверное, тут. Вот здесь этот змей. Okay. Ну well, ладно. Надеюсь, я все сделаю правильно. Значит, так тому и быть. Теперь между. Ой, стой! Не уходи! Мы еще встретимся. Ничего не понимаю. Каждый день в этой школе происходит какая-то чертовщина. Вот, например, куры-мутанты. Я ведь их вылечил. Откуда они снова тут взялись? Кстати, я, если память меня не подводит, то тут жуткие звуки. Да. Ничего себе, какая концовка была. О, что это здесь? А что это? Хорошо, ладно, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.